Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить вот такие вот вкусные апельсиновые дольки. Легкий, быстрый, вкусный десерт. Смотрим. Для этого мне понадобится шоколад, апельсин и размолотый заранее грецкий орех. Вот все, что нам для этого рецепта понадобится. Апельсин я разделил вот на такие дольки, очистил его. И теперь эти дольки я убираю в холодильник, так как они нам нужны будут холодные, для того, чтобы на них сразу застывал шоколад. Шоколад я уже растопил. Растопить его можно любым способом. Я растапливал на водяной бане. И теперь дольку намазываем шоколадом. Половинку, можно чуть больше. Шоколад у меня немножко остыл, он не горячий, он просто комнатной температуры. И теперь эту дольку обмакиваем в наши грецкие орехи размолотые. И таким способом проделываем эту операцию со всеми дольками. В итоге у нас получается вот такая вот картина, очень вкусная и аппетитная. Всем рекомендую такой легкий, вкусный и быстрый десерт. Он приятно удивит всех ваших знакомых или близких, или друзей. На праздничном столу такой десерт будет выглядеть очень-очень вкусно и аппетитно. Ну что ж, кому понравилось это видео, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока-пока! Такой вкусный десерт, приготовленный своими руками, приятно удивит вашу любимую на день 8 марта и станет лучшим подарком для нее. Готовьте!